Именно в дошкольном возрасте важно помочь детям с нарушениями речи, утверждают специалисты. Чем раньше ребенок получит помощь логопеда, тем проще ему будет адаптироваться в общественной среде, среде сверстников и в будущем при выборе профессии. Вчера в Иловайске в детском саду «Ласточка» была торжественно открыта группа под названием «Лимпопо» для детей с нарушением речевого развития. Данная группа является единственной в городе. Открытие группы – это давно наша такая идея, потому что с 2011 года у нас в дошкольном учреждении существует логопедический пункт, где мы оказывали коррекционную помощь всем деткам нашего учреждения. Но с каждым годом количество детей, нуждающихся в помощи, увеличивалось. Поэтому особенно в этом году наши учителя-логопеды провели большую работу по поводу диагностики, обследования не только детей нашего учреждения, но и детей, посещающих другие дошкольные учреждения нашего города. В логопедической группе будут заниматься дети с 5 лет, имеющие нарушение речи. Критерии отбора – это у нас логопеды, которые проводили диагностику. И вот если есть нарушение речи определенного уровня, то ли это ОНР 1-2-3 уровня, то ли это ФНР, фонологическое развитие речи. Для воспитанников группы была организована веселая игровая программа с мультяшными героями, которые подарили ребятне массу положительных эмоций. Так как повод особенный, открыли группу торжественным разрезанием ленты. Воспитанники Лимпопо с большим удовольствием принимали свой адрес добрые пожелания и сладкие презенты от гостей мероприятия. Главы города Харциска Виктории Жуковой, начальника управления образования Ольги Солодовник и главы администрации Иловайска Руслана Дудникова. Отметим, что с помощью квалифицированного специалиста в группе предстоит заниматься 13 детям, у которых имеются различные нарушения речи. Еще 17 девчонок и мальчишек будут посещать логопедический пункт.